обжариваю бекон. И туда сейчас добавлю лук, морковку. В общем, буду варить суп. Так как варится ему долго, поэтому я с утречка прям поставлю сейчас. И пускай варится. Чарли, это лук. Тебе он не нравится. Бекон порезала крупно. Мы его в супе вообще не едим, поэтому это только для вкуса. Сейчас он весь жир оттуда выпарится. И на этом жиру буду делать зажарку. А потом ее вытащу и закину туда уже горох. И буду варить горох. Я сейчас очень рано встаю. Очень рано. Не спится. Вот, поэтому вот так. Вообще у меня грядут очень большие перемены. Так что подписывайтесь и будете в курсе событий. По чуть-чуть, помаленечку. Знаете, какая песня сейчас в голове у меня? С чего начинается родина? Это я к тому, что с чего начинается утро у всех. Завтрака. А у меня завтрак теперь... Надо сначала железо выпить с соком, а потом подождать полчасика, час, чтобы все это там растворилось. И вот пока время есть, займемся делами, правильно? Потом поеду, все по порядку. Кому что, а Чарли в подушках завалился и лежит, отдыхает. Ты отдыхаешь, рыба моя, в подушках? Ну все как король. Как тебе, удобненько, да? Среди подушечек. Дурак не дурак. Едем. Чуть плохо мне машину помыли вчера соседи. Короче, пылесосила. Бысито, маме. Бысито. Даже иди ты в баню. Вот. И пылесос все-таки останавливается, знаете. И это. Нашла чек. Он же этот, диджиталь. Ну, в этом. Аппликационе, в приложении. Короче, взяла книжку, гарантия оказывается 3 года, а пылесосу 2 года. Сейчас поеду, в общем, в Lidl, заеду и скажу, что делать надо, чтобы они мне там заменили, посмотрели, новый выставили в конце-то концов. Потому что это не дело. 2 комнаты пропылесосила. Самое интересное, что батарея показывает, что есть 3, там 4 светика таких, и вот 3 из них были, нигде не забит, ничего, просто вот так вот останавливается, и все непонятно. Пускай новый высылают, тем более если на гарантии, че бы и не это. Иначе для чего тогда гарантии существуют, правильно? А пока поеду, у меня там еще суп варится, варится. А на пляж съезжу, с Чарли погуляю. И вот такие вот у меня дела. Вот такие дела. Думаю, что-то не дело, везде посмотрела. Обычно, знаете, если дырка забита, то он или когда накручивается на это, на фигню такую, в общем, она это перестает кружиться. Но я все отсоединила, и он все равно не фурычит. Посмотрим. Короче, я не могу не пойти и не попробовать воду. Там какие-то ребятишки. Их много. О, ребятишки уже подростки. Погода пляжная, жарко так. Он играется. Лет по 15, по 16, наверное. И, короче, стояла, смотрела, говорю, пойду море попробую. Может, еще и я искупаюсь даже. Ну, не сейчас, конечно, но приехать, например, можно какой-то день. Ой. Какой запах стоит. Обалденный. Морской. Ой, вода такая теплая. Вода теплая вообще. У нас на Майорке
на пальме. Короче, там же вулкан уже неделю, по-моему, может, дней 10. И вот вчера лава дошла до моря. Но это тоже не очень хорошо, потому что разные газы там. При прикосновении лавы с водой испарения же идут сильные. А там же в лаве газы и все такое. И, в общем, целое облако там газов, это непонятно куда пошло. Вот. А я это смотрю, говорю, море нагреется. Но это не в море, конечно, это в океане. Канарские острова, они в океане. Вот. У нас, кстати, сестра, по-моему, вчера улетела на соседний остров Тенерифе. Там же их, по-моему, штук 7. Вода теплая, друзья, вообще удивительный прогресс. Хотя ничего не удивительного, но все равно. Так что вот. А еще у нас, знаете, какие новости? Я вчера хотела вам рассказать. Вот. У нас, короче, зараженных очень мало в Испании. Не гавкай, нифига. И Андалусия, это большая, почти третья часть Испании. В общем, с 1 октября в нормальную жизнь входим, скажем так. У нас же все равно есть ограничения, например, в театре, в кино, чтобы там не полностью были забиты, а 70%. И вот с 1 октября все это, все запреты снимаются. Вот. И, ну, кроме масок. Маски будем носить внутри помещения, и если нельзя дистанцию соблюсти. А так все ограничения снимаются. В принципе, я их особо не замечала, потому что... Хотя в кино можно сходить. Но они и раньше не забивались на 100%. Кинозалы. А уж сейчас-то. Так что вот так вот. У нас уже около 80% населения привиты. А это дети старше 12 лет. И в октябре, по-моему, будут прививать уже детей младше 12 лет. Поэтому у нас все нормально, все зашибись, и это радует. Смотрите, у них игровые какие-то штуки, отметины. Может быть, это школа или что. Ой, так классно идти. Не знаю, слышите меня, не слышите. Там вот, смотрите, какие. Лайнеры круизные почти что. 1, 2, 3. Там порт у нас. Так классно. Вода теплая. Блин, надо, может, да, завтра работаю. Вот. Может быть, даже в воскресенье съездить на пляж? А что? Блин, сидушка оттащила наверх, так ее спускать неохота. Без сидушки можно искупаться, приехать. Просто тупо искупаться, поплавать и уехать. Что? А милый чудо, навалился на плечо. А я, милая, ничего, я влюбился горячо. Видите, какую я песню знаю. А этот бежит, не знает, где ему перепрыгнуть. Воду-то он вообще не любит. Ни под каким предлогом, только если попить. Давай, прыгай уже. Там ручей. Бенте, бентяки. Скажешь, да, иди, где идти везде? Опа, прыгунчик мой маленький. Все, ладно, пойду сейчас вон туда. А, вот, вот тут можно выйти. Чарли, зря ты прыгал. Нет, туда пройдем. Помой ноги. И поеду в Лидл. А в Лидл что-то неохота. Сейчас много народу, разбираться, вот это вот, звать. Так, мне нужно... Вот что мне нужно. Тесто. Он... Так вот, что, круглый, квадратный какой? Непонятно. Вот, народу много, стоять вот это колготиться. Там, думаю, съезжу когда-нибудь, когда это...
обед. Ну, не сегодня в обед, а вообще. Чтобы это никого не было. Так. Да что мне надо? Паламета, что такое паламета? Паламета какая-то. Паламета. Ну-ка, я сейчас буду переводить. Лещ атлантический. Заинтриговали меня. Возьму, попробую. Я все люблю пробовать новое. Так что, вот так вот. А тут какой-то лещ. Да еще и морской. Надо брать. Суп все варится. Еще, наверное, 2 часа будет твориться. Ничего никак. А здесь для пирога, короче. На масле сливочном начала поджаривать яблочки. Потом добавила тростниковый сахар. И вот сейчас я их жарю, скажем так, яблоки. Ну так выложила яблоки, они немного остыли. Теперь просто вот так вот накрываем сверху. Большой оказался пласт. Мы сейчас его отрежем лишнее и сделаем булочки. Вот так вот отрезаем лишнее. И булочки сделаем. А здесь вот так вот сверху просто вот так укладем. И отправляем в духовку. На немного совсем. Так, а с этим мы сделаем сейчас булочки. Какие-нибудь булочки. Сыр положу внутрь. И будет у меня такой вот сырные булки, скажем так. Даже не сырные, а будут у меня круассаны шоколадные. Круассаны шоколадные будут. А чё? А чё? Милый чё, да милый чё, да навалился на плечо. Ну и давайте посмотрим, что это за лещ-то как такой. И как его зовут? Непонятно. Ой, ух, ни хрена себе. Видали? А чё он красный? Непонятно. Что это такое? Это типа семги, наверное. Какой вкусный. Ну надо же. Что только не придумают, а? Ну прям лещ ведь, а? Лещ оказался очень вкусным. Пипец, даже не ожидала. Завтра новый бутербродик сделаю. На завтрак. Такая вкуснятина. Дорого, конечно. За столько мало, да? Но вкусно. Суп гороховый готов. Всем приятного аппетита. 4,5 часа варился. Потом пирог надо было взять и перевернуть вот так вот, чтобы с той стороны осталось тесто, а с этой пирог. И чтобы остыло. Говорят, с мороженым надо кушать его. А это круассанчик с шоколадом. Сейчас пускай остынет чуть-чуть и попробую. Повесили полку наконец-то. Смотрите, как Чучи туда вписался. Ему там не страшен ни снег, ни дождь. Снег, конечно, никогда не бывает, но все-таки. Ни сквозняки, ничего. В общем, классно он там вписался. Тут диванчик. Чарли его любит, надо его встряхнуть. Пойти, потому что хоть и пылесос приставила. Не фурычит, в общем, хорошо. Пылесос, все равно надо его менять. Вот эту вот тоже полочку, я ее потом покрашу в белый. Надо вот эти шурупы еще больше закрутить. Он так тяжело закручивается. Вот, смотрит, смотрит. И вот сюда поставила цветы. Они вот так, вот этот декабрист будет свешиваться, цвести. И будет классно видно их. В общем, вот такой балкончик у меня теперь законченный, скажем так. Да, Чарли, красиво же? Вот так вот. Когда ж ты запоешь, Чучи? Да, мы сейчас пойдем на улицу гулять, гулять, да.
работа прям кипит, кипит. Смотрите, вовсю. А еще сегодня вычитала тоже в Фейсбуке насчет этих круизных лайнеров. Они приехали, приплыли, пришли, как там они. Впервые за 18 месяцев, представляете? То есть уже открылись круизные лайнеры, и теперь типа по нашему городу будут шастать отдыхающие с круизов. Вообще прям так, знаете, даже не думала, что будет радовать. Оп, поехали на попе. Вот, 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 все у него чешется. И вот так вот он любит валяться. Да, да, пойдем. Я сейчас пойду в русский, зайду за скумбрией. И к бухгалтеру опять, представляете? Я ему одну бумажку дала, а вторую забыла. И сегодня разбираю, гляжу, бумажки-то нет у меня в сумке. Ой, я говорю, ему звоню, говорю, я тебе бумажку-то одну забыла отдать. Он их Маруся. Я говорю, тебе Маруся. Ладно, говорит, приходи с 7 до 9. А 8 вечера ко мне в к нам родственники приедут, там кое-что привезут. Вот. Ну и так. Пообщаемся. Сейчас же на пляже не видимся ни с кем. Хотя, ну, дети в школе, все дела, в общем, времени нету. Поэтому будем дома. У меня как раз этот пирог остался. Там только кусок мы съели. Обалденный пирог яблочный. Ну просто. С мороженым это просто взрыв мозга. Буду делать 100% такой. Чарли Бенте. Смотрю, тут родственники должны приехать. Высматриваю. Смотрите, как у нас пасмурно. Прям такие, видите? Эти. Замело. Горы замело. Надо посмотреть, может, дождик обещают на завтра, послезавтра. Прям как-то вот это вот, прям как-то. Ну, посмотрим. Два этих охранника уличные всегда стоят на посту, все знают. Ну, в принципе, наверное, на каждой улице, ну, такой полудеревенской, скажем так, есть такие люди. А я лежу такая вся вдоль Чигабана. Родственники ушли, уже давно, времени уже довольно-таки много. Пора отправляться на покой. Вот, и прощаться с вами до завтра. Всего самого наилучшего, всем пока-пока!